Ну что, друзья, а ларчик-то просто открывался. Вот так вот сейчас выглядит мой паук. И проблема его, как вы помните, была в том, что на нее крепилась фара, крепилась приборная панель. Ну, а сама она крепилась вот с помощью вот этого крепления к самой рулевой колонке. И вся проблема моя состояла в том, что это все было очень близко к самой вилке. И при повороте не позволяло нормально работать самой вилке. Поначалу, когда это обнаружил, конечно, руки слегка опустились. После я сразу сходу придумал какие-то решения, но все они были довольно-таки сомнительные и требовали какой-то кардинальному изменения всей конструкции. А вот эти вот все точки, они у меня идеально сейчас найдены, и не хотелось их нарушать, потому что это результат недельной работы. Спустя несколько дней я пришел, взглянул на всю эту конструкцию и на свежую голову понял, в чем проблема и как ее можно решить минимальными средствами. То есть изначально у меня паук выглядел вот так вот. И все, что мешало, это только из-за того, что очень близко к рулевой колонке. Я тогда понял, что если я удлиню незначительно, здесь на 4 сантиметра, все, тогда вся моя конструкция имеет право на жизнь и при этом все работает. Поэтому я разрезал ее вот в этом месте и сюда вварил вот такую квадратную трубу, что позволило мне отдалить все это дело. И сейчас я поставлю это на мотоцикл и на самом мотоцикле прихвачу все это, чтобы где-то не ошибиться, где-то плюс-минус миллиметр туда, миллиметр сюда, чтобы это уже максимально можно было сделать точно. Обтекатель ушел вперед на 4 сантиметра, но при этом общая стремительность мотоцикла не исчезла, а все из-за того, что здесь не нарушена пропорция передней оси. Если мы визуально проведем вертикаль по оси колеса, то за нее не должно по максимуму ничего выступать. Итак, мой паук приварен, я установил обтекатель, установил все приборы, фару. И теперь для чистоты эксперимента проверю, будет что-то цеплять или нет. Опа! Будем ждать долгожданного касания траверса и ограничителя. Такой щелчок должен быть. Опа! Опа! Ну вот, получилось. Получилось. Теперь мне нужно изготовить среднюю часть моего обтекателя. Для этого я сделал для начала вот такую металлическую основу. Она крепится здесь вот на двух болтах. Внутрь я вварил такие силовые планки, которые не дали бы ей разгибаться как-либо иначе. Эта основа позволит мне наверх налепливать глину и после, независимо от этих частей, снять эту среднюю часть. И где-то на столе снять форму уже с готовой, вылепленной из глины вот этой фронтальной части.
выглядит наша получившаяся модель. Она сделана из глины. Лепить-то можно и из пластилина скульптурного, но там есть некоторые отличия. Глина более капризна в плане того, что она пересыхает, и при морозах вода в ней замерзает, и она может трескаться, деформироваться. То есть это надо лепим из глины тогда, когда мы знаем, что мы сейчас слепим, и тут же снимем матрицу. После вот эта модель, она уничтожается. Она уже не нужна, так как есть форма. Какие-то неровности и шероховатости, которые сейчас есть на самой модели, они удаляются на самой форме, ну, либо потом уже на самом изделии, уже снятом. Так как у нас К75, это значит, что у нас вместо 4 цилиндров 3 цилиндра, то есть один спереди один цилиндр урезан. И здесь вот визуально я обратил внимание, что между передним колесом и самим двигателем образуется довольно-таки большое пространство, которое вполне можно заполнить чем-нибудь красивым, дельным, ну и в частности плугом. У меня завалялся вот такой вот плуг, это Honda CB750. Там он нам совсем не пригодился, и там это все портило. Но я его приставил, и оказалось, что здесь он может быть очень хорошей деталью, и он может подчеркнуть более агрессивный силуэт нашего мотоцикла. Единственное, что его теперь нужно адаптировать вот под конкретно этот мотоцикл. И вот такая штука у меня сейчас образовалась. Здесь родной обтекатель я также разрезал вдоль, расширил его. Вот здесь по бокам я вырезал все ниши, которые бы облегали мой мотор снизу. Здесь вообще пришлось добавить целую плоскость. Это все пока черновой вариант. А спереди я сделал по многочисленным просьбам, ну и так как это BMW, их фирменные ноздри. Здесь я предполагаю потом ставить сеточки. То есть, как бы, BMW будет узнаваться сходу. И мне теперь остается просто доклеить изнутри, из стекловолокна, все вот эти части. И потом убрать вот эти железные металлические мои накладки. И в итоге я получу практически готовый обтекатель. Именно для BMW К75.